Что ж, всем добрейший вечерочек, друзья. Завтра у нас состоится отличный матч Интер против Наполи. Мега поединочек будет Интер. Ну, Интер идет уже к своему чемпионству. Интер на первом месте. И Интер опережает Милан, который идет на втором месте на 16 очков. Ну, чемпионство у Интера тут уже никто не заберет. Я думаю, это понятно уже всем. Наполи идет на 7-м месте. В этом году команды уже встречались между собой. Это был финал Суперкубка, и Интер минимально обыграл Наполи со счетом 1-0. Ну, как думаете вы, что будет в этом матче? За кого вы? За Интер или за Наполи? За Мхитаряна или за Кварацхелию? Это тоже будет интересно посмотреть на противостояние Генриха против Хвичи. В общем, друзья, матч будет очень интересный. Желтые карточки. Желтые карточки больше 4. Здесь фолов должно быть много. Желтые карточки больше 4. Вот такая вот мысль, друзья. Ну, вы свои мысли пишите в комментариях. Также думаю, еще здесь второй вариант. Можно угловые больше 8 и 5. Вот такие мысли, друзья. Всем пока.